Очень многие просят, чтобы я устроил конкурс. Хочу вас спросить окончательно уже, что мы раздадим? Первый вариант – одна машина и 10 айфонов. И второй вариант – 60 штук 14 айфонов. Проголосуйте, мне это очень важно. И вот то, что вы хотите, то и сделаю. Не могу определиться с выбором. Вот вы помогите мне, какие номера закинуть на эту ешку. Да, до сих пор играю в ракетку, по-моему, уже 8-9 месяц. Изначально я в день мог заработать там 1015-20. Я сейчас уже на опыте, уже знаю все там схемы, стратегии. В день могу заработать 1085 прям спокойно. Пока тема рабочая, пользуюсь. Когда не будут работать, не буду играть. Не считаю каким-то там достижением, но мне очень приятно, что мои какие-то старания оправдываются. То, что вы меня смотрите, то, что я могу каким-то образом вас радовать. Ну, спасибо вам большое и спасибо то, что вы меня всегда поддерживаете, несмотря на то, что у меня очень много минусов. Но, ребят, такой, какой есть, то есть играть в кого-то я не могу, такой, какой есть. Вот, обычный человек с минусами. Вот. Так что я вас всех люблю. Надеюсь, некоторые из вас тоже меня любят. У меня нет образования, на третьем курсе я оставил учебу, не знаю, правильный это выбор или нет, но для себя я решил, что я не смогу работать на кого-то, чтобы у меня был руководитель, шеф, чтобы он руководил мною, получать какую-то заработную плату за месяц. У меня чуть другие мысли по поводу всего этого. Я решил, что буду заниматься тем, чем мне нравится заниматься. И я выбрал другой путь жизни. Не знаю, правильно это или нет, но я делаю так, как я хочу. Ну, вот такой я сложный человек.